Опача, всем здорово, мы снова на канале Бухай ТВ, в нашей студии. У меня, как всегда, гость, как говорится. И у нас сегодня на обзоре вот такая хорошая бутылочка водочки 07. Хортица премиум водка. Что могу сказать? Ну, выглядит солидно. Что, вот такая типа как серебряно-золотая. Такая крышечка. Сзаду такая ромбами идет. Выдавлена прикольно. Тут тоже выдавлена. Герб Хортицы выдавленный. Наклейка Хортицы. Какая-то с медалька. Снизу у нас ничего особенного нету. Так что сейчас, что у нас на закусочку? Закусочку у нас вот такая щекачи, как его там. Вот такие кусочки. Картошечка пюре, ну, хлебушек-то такой, свежие помидорки, вареные грибочки опята этого года с этим с крымским луком. Что будем наливать? Что? По чуть-чуть, сколько надо, по половине или по целому? По чуть-чуть. Опача. Открыл. Открылось хорошо, дозатор не вырвался. Под акцизом у нас на пробке герб Хортицы. Ну, вот туда. Сейчас лягну. По запаху вроде бы нормально. По чуть-чуть будет, по половине. Кроме Хортицы черная, есть Хортица белая, красная и золотая еще, да? Mm-hmm. Если не видел. Вот такая у нас. У нас Хортица премиум водка. Вышка. Ставлю. Кадр. Если я попадаю, нормально все. Что, давай? Давай. Ну, как говорится, будь добру. Как говорил Лобаныч, аж запион. Я после первого не закусу. Картошку будешь? Нет. Картошечка. Ну что, первая. Зашла, как говорится, в тобой покивала, чего там было. Или, как говорится, просто народнее между первой и второй. Не, ну нормально, хорошо забудет. Такое, конечно, присутствует небольшое послевкусие. Но это у каждой почти водки присутствует. Хорошо. Сегодня я просто, когда ехал, ну, с работы 100 грамм потянул, правда, Хортица черная, золотая, не помню, ролик есть этот. Все. Ну что, давай, за что торопил? За справедливость. За справедливость. Бери помидорчик. Домашний. Хороший. Да. Там я удалил то видео из одного человека. Кадр попал. Немножко. На этого человека часто выйдем в роликах. Набью. А кто-то я решил, чтобы его не было видно. Ну что, завтра у меня день рождения, буду праздновать. Ну, честно сказать, а, сколько такая бутылка стоит?
128 гривен 0,7. Но бутылка такая. Даже ее можно после того, как использовали водочку, наливать там самогончик, так скажи, ну, солидно идет. Вообще бомба. Нет, как графинчик можно вот эту херню сорвать, хочется крутецкую. Как графин хорошая, сумская, графская. Да я видел, у меня есть один графин. А это видал у меня обзор на Дворянскую губернию? Да, хороший. А сумская в последнее время водка стала очень хорошей. Она что графская, что Дворянская губерния. Ну, жаль, что ее не продают, только у нас продают. Ну, у нас по области мало распространенная. Но, ребята, подписывайтесь на канал, я разбогатею и куплю завод Сумской и отпущу Сумскую водку по всей Украине. Я шучу. Надо где-то спирт брать. Сашку Казаченкова поставлю этим. Охранник? Управляющий. Он там не управляет. Чтобы потретий. Ну давай. Чтоб завод ты купил, чтобы люди были синие, а не голубые, да? Я надеюсь, что это видео пропустит. Я тебе так чуть-чуть. Осадочком зашла, да? И у тебя нормально? Не знаю, хорошая. Нормально, да? Я чуть-чуть показала, что есть бачок большой. Сегодня Юра приедет в 2 часа ночи. Да? С Харькова едет. А людей звать будет мало. Юра, Виталий, я, Женька на работе, а Макс, вот я зайду, говорит, поздравлю, пить не буду, говорит, нет. Он завтра заходит, а 12-го он уже на Питер едет на работу, короче, ну, на гуси. А этот самый, а Виталий будет пить? Да. Да? Чисто на 3 человека. Ну, немножко приготовлю. Грибы хорошие. Такие не соленые. Покажи. Я показывал уже. Опеньки, опеньки. Вот такие у нас грибочки. Вот. Красивые. Рекомендуем. Да. Всем. Ссылка будет в описании. На грибы, короче. 500 гривен за пол-литровую баночку. Я шучу. Из нашего леса наши грибы. За сколько лет первый раз опята появились? То мы их нашли, то они прятались хорошо. Да. Давай наливай, да делай оценку. Ну, в принципе, да. Я сегодня хотел президентский. Я думал, у меня три варианта. Думаю, эту курицу взять. Президентский стандарт и Финляндию. Ничего, Финляндия это легкая водка, Финляндия? Еще отрекламируешь. Да. Финляндия просто мне еще не занесла, так что президентский стандарт. Ой, что это мы кашляем в два эти. Да я ехал в автобусе, так и сиденье неудобное, что спина болит. Да? Ну, надо подлечиться. Ну, чтоб Финляндия занесла. Да, так ну, чтоб Финляндия, говорит, занесла. По какой шкале будем оценять? По 10 или по 5 баллов? Ну, ты всегда оценяешь по 5. Я ну, думаю, да. Что по 10 будет все-таки более четкая оценка. Потому что все-таки 5 это, я считаю, недостаточно. А там делай, как тебе удобно. Ну, давай по 10 оценим.
первый раз, говорится, новая рубрика. Оцениваем по 10-бальной шкале. Что ты скажешь? Мне все понравилось. Я люблю классическую водку, то есть без добавления, ну, ароматов. То есть, ну, для меня все получается понятно. Обычную классическую водку, не настойку получается. Да. Уже получается настойки. Но я поставлю 8. Ну правильно, чтобы было куда расти. Было куда расти. Ну и есть чуть-чуть, как говорится, можно лучше, как говорится. Так что официальный вердикт. Хортица премиум водка. С такой медалью красивой. И с такой вот, как этот, как графинчик. Получает у нас 8. Так что мы будем выключаться. Продолжать уже не на камеру. Так что все, ребята, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.